Идет продолжение копания солодки, корня солодки. Вот. Все на своих рабочих местах. Ничего не поймешь. Трудится. По-моему, прямо в глубину. Вот иначе, значит, тут у него четверо помощников. Вот так люди ищут золото. Копают нефть. Вот. Паша, покажи, какой там корень выкопали. Я на видео засниму сейчас. Покажи. Во какой большущий. Полностью разверни ее вот так вот. Вот за тот край, за тот. Во, видишь какой? Больше метра. Все понятно. Да. Во. У вас должен быть самый длинный. Вот он. Постарайтесь еще дальше прокопать. Еще дальше. Конечно. Офигеть, он вот тихо. Только без всяких слов этих. Ну что такое? Голова паразиты. Тем более близко к матерку идут. Не надо вот так. Все, я вытащу. Давай дальше. Только его Ваня отрубил. Да, это корень. Его Ваня. Смотрите, какой. Отрубил. Давай, ты его покажи как-нибудь. Считай, сколько ты рост? Я не знаю, где-то 175, наверное. Точно? Ты что, какие 175? Я 165, а ты что, какие 175-то? Что ты выдумываешь? Не знаю, сколько ты весишь? Ой. Ростом? Ваня, сколько ты ростом? Не знаю. Не знаю, да? Подожди-ка. Сейчас он еще дальше откопает его. У нас самый коренистый, смотрите. Самый толстый ты им сюда, да? Самый коренистый у нас. Во все ветвистый, во все ветви уходит. У нас еще есть один. Вот такой, дядя Володь. Подожди, можно посмотреть? Угу. Можно. Длиннющий. Еще ходили, что? Надо его копать. Потом покажете мне, какой у вас длиной будет. Так, он у нас расстраивается. Он идет вниз, вбок и вправо. Так, руки только убирай сюда. Паша. Руки, Паша, береги руки. Отрезать очень легко, потом не сшить будет. О, видите, он себя решил. Какой корешок. О, толстенький. Мы большую яму уже откопали от этого корешка, сорвали его уже. Ого. Еще не можем мы... Вообще, вот он как идет. Берегите, чтобы лопаты не черешком не ударили. Ну да, интернет. Папа просто пользовался Андреем Кураевым. Ну вон он, просто на их мосту уже. Потом начал заводить его блог. И он давал ссылку на изнятие лапки. Ну, он зашел на его канал. И узнал, куда этот лагерь. А потом решил меня сюда отправить. Видишь, как хорошо. А у тебя еще кто-то есть знакомый? -то? Такие же детки, как ты. Ну что у вас? Как вы тут нашли клад-то? Нашли. Давайте там самый длинный. Самый длинный этого. У Арсения самый длинный. И у Вани большого. Мы солодку сейчас берем. О, вы дальше копаете, конечно, у вас тоже длинный будет вот здесь вот. Прокапывайте. Только потом все закопать надо, не забывайте. Да, мы все закопаем. А за что благодарить? Наверное, что он патриарху хорошо отозвался о нем. Вот так. У нас одно дело. Ничего, слово, Кирилл, не получается? Такое. Да. Хорошие такие слова. Евангельские. На душу ложат. Ну все. Так, где стоит. Поклон от Сергея Пупкова. Ладно. Там это, брат, подожди, дай мне. Володя что-то хотел. Шарик пятый.
4 помощника вы нашли. Вот. Шарик а пятый. Вот какой корень нашли. Смотри уже он сколько выкопал. Ну оно идет и идет, а куда непонятно. Ну, сейчас маленько определили уже. Шарик он вроде не помогает, а мешает только. Отвлекает всех. Ну я что могу сказать? Вот и достают свои веревки. О, только назло, потом, смотрите какой. Только потом все заройте обязательно. А зачем? Не зачем, смотри, а почву кончился. Нельзя так оставлять. За природой надо следить. Покажи, Игнатьку, на щуку сади. Скажи. Игнатьку, это тоже корень у вас? Да. О, вот, смотри, покажи. Так, даже нюхни. Дай посмотри, как меня? Ты сколько ростом, Паша? 146. Короче. Короче. Ну-ка покажи, дядя Володь. Арсень, покажи. О, о, какой толстый, смотрите. Дядя Володя, посмотри, как она руками держит пальчики, заметь, насколько толще пальчиков. Вика, подожди. Дядя Володь, смотрите, о. Дядя Володь, смотрите. Пять, шесть. Раз, два, три, четыре. Мы на 7 лопат копаем. У меня помощники какие хорошие. Мы все закладываем, после этого, чтобы не видно было, что тут копали. Там везде, Валя, чтобы у тебя за тобой они заваливали так, чтобы не видно было, что копано. И там подскажи всем ребятам, чтобы поверхность была не повреждена. Поверхность должна быть ровная, не забывайте потом. Кочки, кочки, все, вот закладывайте. Что у вас лопата-то? Сломалась. Совсем? Трещина. А так-то ты что не копаешь? Не копал. Она так наоборот, гнется хуже. Что хуже, что ли? Ну попробуй хотя бы как-нибудь так. Стой, да мы уже прогрызли. Прогрызли. Уже роем ее. Дядя Володя, а можно как-нибудь голова кружится? Все вопросы к начальнику лагеря. Не ломай! Это что такое? Кого вы здесь похоронили? Вы только за собой эти кочки заравнивайте. Если там перестали копать, заравнивай, Нестор. Тарас, убирай все. Не ломай его. Тарас, все, все, чтоб ровно было, Нестор. Смотрите-ка! Это что? Что это? Ну это старая трава. Андрей, во, у вас видите, как хорошо он идет. То есть поверху. У вас не глубину, у них-то глубину нет, там много вот идет. Вот этот тоже. Вот этот кусок идет в глубину. Ну этот идет, а тот видите, вы его капаете дальше, дальше. Только потом все заравниваете. Вот Любовь Николаевна тут тоже. Помогай, Тимофей, что-нибудь. Ну, мы только сложили, теперь надо еще смотреть. Куда понятно. Идет этот комнат. Запах-то какой идет от травы. А там у ребят хорошо он, у Вани Большого. Он идет прямо горизонтально. Горизонтально. А у нас мало тут горизонтальных. Ну это от места зависит. Чаще всего вглубь уходит. Виктор Николаевич, а ты не смотрел, сколько мы проехали по километру? Да нет, не смотрел. Не искал, да? Да нет, километров 3, наверное. Ну мы-то объезжали там. Потом мы, наверное, 4-ку, а вы поменьше. Я думаю, километра 3 прошли, 2,5. Знать Тихонич даже точнее скажет. Ага. Более опыт. Сюша, ты помогай, помогай. Что ты сидишь, играешься? Поровнее старайтесь за это заделывать. Стараюсь.
стараемся. Чтобы никакие ямки не были вот эти вот. Стараемся. Молодцы, что стараетесь. Вот так вот сбывается корень солодки. Вот дальше продолжаем третий уже ролик, как у нас собирают солодку. Дядя Витя нашел гнездышко, но он его не видел-то. Ну и давнул, и яйцо раздавил-то. А это... Взяла гнездо полностью оттуда, подняла и ко мне принесла. Одно раздавлено, а три целых, голубеньких. Я говорю, трогать не надо было, я их прогнал сейчас оттуда. Сейчас покажу, иди сюда. Она-то тоже не знала ничего. Где там? Подожди. Как он есть? В каком месте там у нас была? Виктор Николаевич, а где у вас был это? Где она? В каком месте-то? Хотел показать. Не ходи, стой! Стой там, не ходи. Ты не наступи, ты отойди. По-моему, вот она. Подойди сюда. Видишь как? Вот они. Осталось три голубеньких яйца. Но я гнездышко ей выправил и промокнул, а то, чтобы все это яичное-то ушло, они не приклеены были. Видишь как? И я поставил его прямо. Если что, она, может быть, еще и придет, найдет. Когда найдете, что ни птенчиков брать не надо, ничего. Они потеряют родителей, а мать не найдет. Ну и пропала. А это... А где ты была? Ну там ты снимал. Вот еще одно выпало яйцо. Видишь какого? Так, подожди. Где мы? Нет, вот здесь. Вот оно. Значит, их было пять. Видно, нет? Угу. И все, выронила. Она принесла целиком гнездо, просто взяла. А Витя копал. Уходим отсюда. Я Витю прогнал далеко, вон туда, я говорю, уходи. Туда больше никто не ходите даже. Так, а где моя лопата-то? Тимофей, иди помогай. Помогай. Любовь Николаевна, что ты каким? Ну что у вас тут? Ой, урожай-то ой. Какой? Гриков. Ух ты, какой длинный. Дядя Никите, надо найти свой рост, тогда будем знать, сколько будет. Блин, а Фроська! Ксюша, Фрося, хватит. Сергей, боишься? Да. Они же беззубые даже. Что я Все увлечены работой. Пробуй определи куда. Как-то раньше вроде бы они ближе к поверхности были. Вот, Любовь Николаевна тут тоже. Сейчас не помогал копать тут. Помогай, помогай, кочки подтаскивай. Помогай, Тимофей, не стой. Работай. Ну что у вас тут? Ну, копаем, копаем. Копаете, да? Ищем. Ищем. Вон куда-то там ищем. Такое, а, вон он у вас. Да, не так где? Уж это просто корень найти. Да, да, да. Нет, найти легко. Раскопать тяжело. Ну, ищем мы корень. Он закладывает за собой. Да опять этот корень. Смотри, как он. Еще один корешок начнет.
Во, что вы тут целый клад нашли, наверное. И все руками достаете. Лопата сломалась. Нет, смотрите, кладезь. Мы собираемся побить рекорд. Набрать, выкопать ростом с Тараса. Стойте, уберите руку. Так Тарас, надо уж... Встань, рост покажи. Надо с Дяню Никиту выкапывать. Дяня Никита 173. 183, вернее, 183. У нас уже метр есть. Корень. Корень, да. Все, ну-ка покажи, сколько у вас там уже. Мало. О, ничего, неплохо. Некоторых поменьше даже. Тарас, ну я кого прошу, уйди! А? Какой да я не смотрел. Вот слава богу за все. Пожары. Спасают шарика. Они его укрывают. Обойдут тут корень. Во, какой корень. Сожнёшки. Смотрите, какой корень. Во, толстый какой. Давайте зарывайте яму, чтобы даже незаметно было, что мы тут были. Ага. Смотрите, как делают они. Ровно. Так, на них не крыши, вверх не поднимай. Не ударить. Вот они как укладывают. Чтобы даже заметно не было, что мы тут были. На нее сверху, то есть земля сыпется, еще что делаешь. Так, и тут всю землю соберите и копайте. Так, сейчас я объявлю, идти или еще будем копать. Валя устала. Так, внимание! Смотри. Все, не нашли. О, надо рост замерить. Так, что будем делать? Еще копать или пойдем уже? Ваня, поставь дядя Никите, он 183. Иди сюда! Ну решайте, что делать будем, Лишарик. Давайте голосовать! Копать? Голосовать. Давайте голосовать. У нас мы вышли в борьбу с этими. Ну что там я говорить не говорю? Он говорит, тесто месить уже надо. Поднимается тесто, поднялось уже. Кто за то, чтобы перейти туда? Руки тут помоем, мы там пообедаем и пойдем домой. Кто за то, чтобы идти домой? Поднимайте руку. За то, что идти или нет? Так, опустите. Идти домой. Кто за то, чтобы копать дальше, чтобы полную машину набрать? Полную машину. Ну да, кто будет копать дальше, пусть остаются, мы поехали. Да, давай. Нет. А мы... Ну что, замерял, Ваня? Нет, Ваня. 2 метра. Клади. Не, давай, покажи это. Клади. Покажи, ну покажи давай, еще раз, поднеси. Раз, а потом, дядя, подними давай, еще. Давай, дядя Никита, покажи, выпрямись, пожалуйста, мы посмотрим. Копали, заройте. Поднимитесь выше. Все копали, заройте. О, вот какой корень. Никита! Дядь Вить! Там вы перебаете! Дядя Володя! Я там разве был? Мы куда-то наступили. Мы в пятером. Девочки, давайте сюда! Ваня! Ваня! Мешок у меня! Тебя любит нет. Вот он ушел. Вправо, влево. И кто из них? Просто по поверхности селится, а там... И кто из них? Ну? Пошли в гнуты там. Все, заканчивайте. Ничего не забывайте, все. Забирайте. Одежду забирайте. Шарики забирайте. Свое тело вредное. Положите эти. Всю землю таскайте обратно. Ваня, что стоишь-то? Арсений, руками собирайте все, уберите оттуда. Закройте. Закрывай, ты с кем работал? Слава Богу за все.